смелая, воинственная. Вот. Они прям вот на улице могли тебя, я думаю, я есть в телефоне почти каждого жителя Кокота. Они либо тебя вот так прям вот так фотографируют, либо где-то там из-за угла стесняясь, но чаще всего во внутреннем будет, они подойдут и скажут, можно с вами сфотографироваться, или можно с вами сфотографироваться мой ребенок. В провинции Хэнань люди очень скромные, очень, даже студенты не просили сфотографироваться с ними. Когда я сама предложила, давайте, может, уже сфотографируемся вместе, я сказала, а можно? И на улице